Театр у моста отметил юбилей своего основателя и бессменного руководителя. Сергею Федотову исполнилось 55. Из них половина отдана главному делу жизни – мистическому авторскому театру, знаменитому на всю Россию. Поздравить режиссера собрались актеры театра и коллеги. И мне нравится то, что он делает. Это своеобразный на особицу театра. И он, главное, что очень востребованный. И его любит публика, и особенно молодежь. И я думаю, что то замечательное время, когда он расцвел просто этот театр вместе с режиссером, это было на открытии, когда он открыл нам и всей России Макдональдс. Он учитель. Он мастер. Это редкость, когда режиссер еще и продолжает постоянную учебу. Он приглашает педагогов, на это не жалеется никаких средств. Педагогов по танцу, педагогов по пластике, педагогов по вокалу. И сам учится, и нас продолжает учить. Мне кажется, главная особенность попытки театра и попытки помочь артистам выйти за пределы себя, прыгнуть выше головы или нырнуть поглубже в бессознательное, расширение пространства. За 27 с половиной лет у Сергея Федотова больше 140 премьер в родном театре и свыше 40 спектаклей в других театрах, в основном за рубежом. Я могу сказать, что 55 лет жизни они потрачены недаром. Театр у моста твердо вошел в историю. Все, что я в этой жизни сделал, это благодаря театру. В этом году первой премьерой «Мастера в театре у моста» станет постановка новой 8-й пьесы Мартина Макдонаха «Палачи». И это будет мировая премьера. Завтра в Доме художника для зрителей откроется персональная выставка художника Николая Синна. Его настоящее имя – Хазиб Хасанзянов. Псевдоним Синна взял еще в студенческие годы. Синна с китайского означает «богоугодный». И с самого начала, еще там, с 2 лет, когда мне было 2 года мальчику, у меня когда внутри было сильнейшее желание рисовать, я всегда рисовал. Вопросы мироздания и природы бытия – одни из главных в творчестве художника. По образованию он график. Любимые материалы – уголь и сангина, пастель и масло. Художник признается, пробовал себя в разных стилях и жанрах. Николай Синна говорит, многие его работы давно покинули мастерскую. Хранятся в коллекциях собирателей в Перми, других городах России и за рубежом. Нередко картины даже воруют, сетует автор. Например, вот эта работа украдена на испанской таможне. Показывается ее постер. Исчезла бесследно. Были подключена полиция, прочее. Но, не знаю, может, где-то выплывет на каком-то арт-рынке. Когда крадут мои работы, да, я-то им говорю внутренне: дуралей, ты зачем украл мою работу? Ты ко мне приди, скажи, так мне нравится, а денег нет. Да я тебе подарю. Познакомиться с ретроспективой Николая Синна можно в Доме художника по 1 февраля. Вход свободный.